над вихрем бушующих вьюг и пожарищ. Их звуки победно и скоро донеслись. А чтобы все это сегодня свершилось, они сквозь израненный город брели. Василисе 14 лет. Она часто участвует в разных литературных конкурсах, ведь девочка мечтает стать настоящим журналистом. Говорит, что стихи помогают раскрывать свой талант, развивать его. Я выбрала стихотворение «Баллада о музыке» Юрия Воронова, потому что мы должны вечно помнить о том подвиге предков, благодаря которому мы сейчас живем, и я, в принципе, рассказываю этот стих. В этот раз в ежегодном конкурсе чтецов «Живое слово», который прошел в Одинцовском центре эстетического воспитания, принимало участие 92 ученика из 36 школ округа. Выступали в двух номинациях – исполнение стихотворений известных поэтов и собственного сочинения. Здорово, что дети у нас с каждым годом все лучше и лучше проходит этот конкурс. В плане творчества, в плане подготовки, потому что конкурс уже у нас в этом году 14-й раз проходит. Чтецкие конкурсы направлены прежде всего на повышение культурного уровня и исполнительского мастерства юного поколения. Организаторы надеются, что школьники с таким же рвением и удовольствием примут участие уже в 15-м конкурсе «Живое слово». Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».